подбежал к ребятам и за что получил жилетик от милиции. После того, как он лежал на земле, то есть закрывался руками, ногами, почувствовал удар по милицейской голове, то есть милиция ударила, когда он лежал на земле уже. Его забрала скорая, у него пробита голова. Это его валит, классно, что загубка. Для меня важно то, что в Харькове активизировались все эти силы, и ребята, харьковчане, да, которые не хотят повторения Донецка и Луганска, это возможно, хотели предотвратить, потому что все начинается вот именно с таких митингов, с такой активизации. И, к сожалению, сейчас не городские власти, мы понимаем, что это может специально закончиться, поэтому ребята вышли для предотвращения каких-то дальнейших событий. И они яйца в карманах. Яйца в карманах, мы предупреждали, ребята, да, предупреждали милицию. После сотни написанных заявлений в горсовет, в СБУ, в милицию, мы видим, что митинги продолжаются. Для Харькова это позор. Позор, что восстанавливают сейчас памятники Ленина. Деньги тратят не на войну, не на границу, а на восстановление памяти. Позор то, что в Харькове, единственный город, где продолжают собираться коммунисты, сепаратисты. И после всех этих заявлений и никакой реакции жители Харькова, которые не хотят жить в ДНР и ХНР, они выходят с яйцами. И это наше позор. То есть мы этого не прячем и не скрываем. Да. У него пробита голова. Да. А мальчик где-то здесь? Мальчик в данный момент сейчас уехал, у нас ответ, он очень чувствует. Так как самое страшное, что в прошлый раз парню 18 лет, да, на него упало, в этот раз это 15 лет. После того, как забрызганы глаза, и он сидел, просто сидел на земле, его продолжали избивать. Он отказался, потому что он потом испугался, да, 15 лет, пока он... Ребят, наши ребята сейчас повезли его домой. Я видела насчет какие-то заварушки, но я не знаю, сколько пока там. Именно то, что я знаю, это двое. 15 лет парень и больше за 30, который сейчас госпитализирован в больнице, скорая отбывала. Нет, это патриот, парень патриот, который... Татьяна, пасынок.